Сегодня у младшего сына концерт в школе. Его, наверное, последний концерт в 4-м классе. Потом он будет переходить в другую школу. Это elementary school. Это детские картины висят, рисунки. Второй класс. Там третий. Потом он перейдет в другую школу, где у меня учится старший сын. Это 4-го класса. Поделки. О, как красиво. Сердечки. Это рисунки, поделки, киндергарден. 5-летних детей. Здесь пока репетиция идет. Пока все собираются. В эту школу уже он не вернется. 4-й класс закончит и все. Потом другую школу. Снежинки. Это столовая. Обычно дети здесь кушают. Там сейчас готовят после концерта. Печеньки будут дети кушать. В этом зале будет концерт. Дети берут печенье.